Желательно, гражданин-артист, чтобы вы незамедлительно разоблачили перед зрителями технику ваших фокусов. Особенно фокусы с денежными бумажками. Зрительская масса требует объяснений. А, по-моему, масса ничего не заявляла. А? Но, принимая во внимание глубоко уважаемое желание председателя театральной акустической комиссии Аркадия Аполлоновича Сеприярова, извольте, я произведу разоблачение. Скажите, пожалуйста, где вы были вчера в 7 часов вечера? Аркадий Аполлонович, вчера вечером был на заседании театральной акустической комиссии. Но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии. Увы, мадам, вы натурально ничего не понимаете. Отправившись вчера на заседание акустической комиссии, каковое, к слову сказать, и назначено-то не было, Аркадий Аполлонович отправился на Елоховскую улицу в гости к актрисе разъездного районного театра Мирице Андреевне Покобатько. Да и провел около 4 часов. Ну теперь понятно, теперь все ясно, почему эта бездарность получила роль Луизы. Ну вот, почтенные граждане, один из случаев разоблачение, которого так назойливо добивался Аркадий Аполлонович. Сеанс окончен. Маэстро, урежьте марш.